Котлеты по-армянски. Когда надоедают простые котлетки, приготовьте своим родным их по-армянски. И не смотрите, что они получаются не совсем обычного цвета. Аромат просто невероятный за счет большого количества зелени. Котлеты получаются очень пикантными и ароматными. Если не любите какую-то пряную зелень, просто не добавляйте ее. Если любите более острое, добавьте перец чили. Подавайте такие котлеты с картошкой или запеченными овощами. Ингредиенты. Фарш мясной 300 грамм. Булка 50 грамм. Лук репчатый 1 штука. Чеснок 2 зубчика. Зелень 1 пучок, большой пучок, укроп, петрушка, тархун и кинза. Яйцо 1 штука. Сода пищевая 1 щепотка. Соль по вкусу. Перец черный по вкусу. Масло растительное 2 ст. Ложки. Вода 100 мл. Сухари панировочные по вкусу. Чебер 1 дробь 2 чайных ложки сухой. Количество порций 3. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления котлет по-армянски. Булку поломайте и залейте холодной водой. Дайте постоять 5 минут и отожмите. Лук почистите и порежьте на дольки. В чашу блендера выложите отжатую булку и порезанный лук. Зелень вымойте и порежьте. Добавьте ее в чашу блендера. Добавьте в чашу блендера почищенный и порезанный на дольки чеснок. Пробейте все до однородной массы. В миску положите мясной фарш и разбейте туда яйцо. Добавьте в миску с фаршем и яйцом хлебную массу с луком и зеленью. Все посолите, поперчите, добавьте соду и перемешайте до однородности. Хорошенько отбейте фарш. Разделите фарш на одинаковые шарики и положите их в панировочные сухари. Обваляйте их в панировочных сухарях и сформируйте котлеты. В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Положите на сковороду подготовленные котлеты. Обжаривайте котлеты по 12-15 минут с каждой стороны на среднем огне до готовности. Снимите со сковороды и сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!